Коллеги, добрый день. Меня зовут Голованов Алексей. Я являюсь экспертом по испытаниям Агроцентр Самара. Сегодня 13 мая 2021 года. Мы с вами находимся на площадке нашего агроцентра, где сегодня перед посевом подсолнечника будем вносить почвенный гербицид Гарда Голд 4 литра на гектар. Расход рабочей жидкости будет составлять 200 литров на гектар. Гербицид у нас будет вноситься перед предпосевной культивацией с посредственной его заделкой и перемешиванием в почве. Прошел небольшой дождик, где-то 1-2 миллиметра. И сейчас я вам продемонстрирую почву. Вот как мы видим, верхний слой у нас слегка подмок, где-то на, ну, в районе полсантиметра-сантиметр. И все это у нас перемешается с влагой, которая находится на глубине посева. Таким образом, гербицид у нас будет работать хорошо.